Шановні друзі, сьогодні тут, в будинку міліції, відбудеться презентація нової книги В'ячеслава Картавих «За законами кримінального світу». Сьогодні мені хочеться сказати о ветеране уголовного розыска, полковнике міліції в відставці В'ячеславі Івановичі Картавих. Возрасту пенсіонера він сказав «ні». І сьогодні остається в гуще городських событий. Вячеслав Иванович Картавых принимает активное участие в издательской деятельности. Он автор публицистического романа «Организованная преступность в Украине», книг «Соловьиное детство», «Новые басни», поэтических сборников «Неповторимые минуты», «Брехливый Пегас», романов серии «Опера», «Воры, начальники». События, которые описываются в этой серии романов, автобиографичны и представляют собой не только историческую ценность, но огромный и бесценный опыт оперативной работы. Сегодня на нашем заседании состоится презентация очередного романа Вячеслава Ивановича «По законам криминального мира». А сейчас я хочу предоставить слово начальнику Главного управления национальной полиции в Харьковской области, генералу полиции третьего ранга Брыху Олегу Владимировичу. Шановні присутні, великоповажні ветерани, як вже і в фільмі було показано, і ведуча розказала, 15 квітня в Україні у нас буде відзначатися свято День працівника карного розшуку. Сьогодні ми святкуємо, по суті, День ветерана карного розшуку, і відповідно до наявних архівних документів Совнарком України 15 квітня 2019 року саме в Україні видав декрет про організацію судово-кримінального розшуку, за яким було створено в подальшому карний розшук та визначена його правова база. У 2001 році на базі саме угрозиска був створений вже департамент карного розшуку МВС України. Маємо в Харківській області золоту людину, яка постійно пропагандує таку нелегку, може не благодарну роботу, однак дійсно таку необхідну для нашого суспільства, для наших людей. Це, я вже сказав, В'ячеслав Іванович Картавих, полковник у відставці, ветеран карного розшуку, автор багатьох робот, які теж нам вказали. І велика кількість романів на тему кримінальної злочинності, боротьби з нею. Прошу В'ячеслава Івановича розпочати свою презентацію, ну і безумовно відповідне заохочення. Нагороджується Картавих В'ячеслав Іванович медаллю за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків. Добрий день всім. На щастя цього виступлення я вам чесно признаюся, це не мій бенефіс. Я провів маленьку оперативну комбінацію, ще два місяці назад заарендував цей зал, іменно на цей день, щоб поздравити вас з Днем Головного Розыска. Книгу, я думаю, там почитаєте. Якщо можна, я пару слов скажу. Ну, історія человечества, ви знаєте, тісно связана іменно истории развития СССР. Всегда были воры, жулики, убийцы, и всегда были те, кто их ловил. То есть это мы. Поэтому я считаю, что, несмотря на все эволюции, революции, майданы, войны, государственные границы, политические устройства, уголовный сыск вечен. Ему не стоит, ему, конечно, надо намного больше. Пользуясь случаем, я хочу с этой трибуны сказать большое спасибо своим учителям, присутствующим здесь. Там вчера Иван Федорович, Решетняк Владимир Иванович, Фаркович Владимир Иванович, Владимир Иванович, Саня Владимир Михайлович, Михайлов Михаил и многие другие, которых здесь нет. Спасибо вам большое, дай Бог вам здоровья и долгих лет жизни. В
Вы оставили после себя именно добрый след. Вы выучили очень многих и руководили, которые стали и руководителями, и министрами, и генералами, и просто хорошими людьми. Дай Бог вам всего. Сыск, вы знаете, всегда был уголовный сыск, это хребтом, стал хребтом всей структуры правоохранительных органов Советского Союза, да, наверное, и Украины. Всегда, вы уже здесь были подчеркнуты, с этой службы выходили руководители и отпочковались ряд служб. По сути дела, на сегодняшний день половина служб милиции – это вышли с уголовного розыска. Сыщики – это люди, как говорится, от сахи, от плуга, от танкара, токарного и прочее. Всегда мы проходили в милицию, в уголовный розыск, в уголовного коллектива. И люди особенные, защищая чужую жизнь, сохраняя чужое имущество, с душой и сердцем отдаваясь именно своему делу, делу, которое положено было им вести по уставу, по закону, по совести. Они зачастую оставались ничемные по жизни, не скопившие ни капитала, ничего, получающие нищенскую пенсию, но они с честью и достоинством выполняли свой долг и занимались тем, кем нужно было заниматься. И мы сегодня видим определенную несправедливость в нашем обществе, но никуда от нее не денемся. Мы сажали именно тех, кого нужно было сажать, и они сидели на нарах, а не в чиновничьих креслах, как это сегодня мы видим сплошь и рядом. К сожалению, наш, на сегодняшний день наш опыт, знания, талант, даже знания персональных данных, навычек и привычек уголовно-преступного элемента не очень-то востребованы. Результат мы сегодня видим. Мы видим критическую массу преступных авторитетов в городе Харькове. Никем не контролируемое распространение наркомании, проституции. До сегодняшнего дня не раскрыто такое тяжкое преступление, которое на совести многих из нас находится, многих руководителей. Это убийство инкассаторов и наших сотрудников. Если бы более тесное сотрудничество в этом плане было с нами, я думаю, мы могли бы кое-что оставить, подсказать. А то в иной раз от нас просто отмахиваются, как от назойливой мухи, ну, типа вы там уже не нужны, мы тут свои вопросы. Я считаю, это неправильно. Есть для этого большой опыт других стран, которые поддерживают это, все эти отношения, и все у них получается. И сегодня приходится часто слышать от наших преемников, что вот мы там служили преступному режиму, что мы сажали не тех. И вот эти вот рассуждения меня подтолкнули на мысль написать очередную книгу вот по законам криминального мира, кого мы сажали. Это моя агентурная разработка начала 80-х годов, которые принимали участие, в реализации которой принимали участие практически весь все отделы города Харькова, областные городские аппараты. Это те люди, группировка была большая, 15 человек только пошло в суд. Это реальные люди, реальные сотрудники, которые задерживали их здесь присутствуют сегодня, сидели в засадах, ездили в командировки. Люди были непростые, имевшие по 100, по 150 лет судимости. Это воры, законы, которые стояли у истоков создания криминального мира, начиная с 20-х годов, которые являлись учениками и по сегодняшний день являются кумирами преступного мира. Они учили даже таких воров брендовых, как я их называю, там, Вася Бриллиант, Цируль, там, московский вор, Япончик, Монгол и прочее. Это были у них шестерки ходили. Они приехали сюда, в Харьков, после освобождения, отсидев по 40-50 лет, и явились, по сути дела, прообразом организованной преступности. В 90-е годы они возглавили, по сути дела, уголовный мир, протолкнули своих людей в политические структуры,
И сегодня, к сожалению, многие, включая даже наш город, из их учеников находятся во власти. И вот мне часто по роду бизнеса и жизни приходится обращаться там структуры. Я прихожу там, допустим, в исполком, задаю вопрос, сидит, прошу прощения, какой-то шнарант, 20-25 лет, отвечает мне: а вы помните, вы сажали моего папу? Я уже знаю, какой будет мне ответ. Безусловно, он будет отрицательным. С этим сталкиваются, к сожалению, очень многие сотрудники. И мы занимались этой группой. В группе только, я скажу, было изъято 5 стволов оружия. Более 200 преступлений было на их счету по всему Советскому Союзу. И об этом всякие. Но я не буду деталям рассказывать, все грамотные люди почитайте, оцените, выставьте. Чтобы не задерживать ваше внимание, я просто хочу еще раз вас поздравить с Днем уголовного розыска. Сегодня же вспомнить, как это делалось в молодости. То есть обязательно напиться водки, подраться, ну, как можно меньше получить по зубам, ну, потом по бабам, как положено. Спасибо за внимание. Вячеслав Иванович необычный человек, и сегодня все сотрудники райотдела о нем отзываются с большой теплотой, добротой. Очень многие благодаря ему выбрали этот путь работника органов внутренних дел. И вот в нашем творческом коллективе тоже есть его воспитание. Человек, который благодаря Вячеславу Ивановичу вот стал милиционером в свое время. Сейчас она майор в отставке, но является госслужащей, продолжает работать в московском райотделе. И сейчас она с удовольствием споет для вас и для вас, Вячеслав Иванович. Итак, на сцене Елена Зуева. Ты мой единственный, мирной злат, и грех твой вкус изысканный. Понятен мне для всех, я растворюсь в тебе. Соленою звездой я испорчу путь, мой ангел неземной. Ты мой единственный, твой вкус изысканный. Я растворюсь в тебе соленою звездой, я не испорчу путь, мой ангел неземной. Я растворюсь в тебе соленою звездой, я не испорчу путь, мой ангел неземной. Спасибо. Вячеслав Иванович необычный человек, и сегодня все сотрудники райотдела о нем отзываются с большой теплотой, добротой. Очень многие благодаря ему выбрали этот путь работника органов внутренних дел. Шановні телеглядачі, сьогодні тут, в Палаці культури працівників правоохоронних органів, відбулася презентація книги В'ячеслава Картавих, чергової книги «По законам кримінального міра». Ось ця книга автора, це вже четверта книга на цю тему В'ячеслава Івановича.